Норвежский дипломат Гейр Педерсен стал новым специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии. Он уже прибыл в Дамаск и вступил в должность, предварительно сделав заявление для прессы. Дипломат также уточнил, что в деле национального примирения на территории Сирийской Арабской Республики намерен опираться на договоренности, уже достигнутые в ходе встреч враждующих сторон в Астане и Женеве. Гейр Педерсен родился в 1955 году. На дипломатическом поприще подвязывается с 1985 года, причем несколько лет отработал в Китае. По профессии он историк, женат, воспитывает 5 детей. Любопытно, что еще в 1993 году он участвовал в деле установления мира на Ближнем Востоке между государством Израиль и Организацией освобождения Палестины.